Когда-то давно ты был живой, в тебе играли, тебе донатили, у тебя было множество фанатов, но в один злочастный день тебя не стало. Игроки не могли отпустить и забыть тебя, и сообществом было принято решение воскресить тебя. Если ты смотришь это видео и не подписан на мой канал, значит ролик попал в рекомендации. Он записан для тех, кто еще не в курсе, что NFS World прекрасно работает и только набирает обороты. Но и старички, которые знают про рабочий онлайн-сервер, тоже не разбегаемся. Ты такой думаешь, какого черта здесь вообще происходит? Почему этот парень играет в эту игру? Да еще и в онлайне, ведь сервера уже давным-давно закрыли. Сразу в голове проносятся воспоминания из прошлого, да? Ты вспоминаешь свои яркие моменты, проведенные в игре. Сколько доната ты вложил. Как здорово было прокачивать тачки и гонять с друзьями. Или ты даже находился на сервере в момент закрытия. Я не удивлюсь, что некоторые игроки даже пустили слезу, узнав, что их любимая игра скоро умрет. И она действительно умерла. Разработчики сдержали свое обещание и закрыли сервера. Это как гром среди ясного неба. Ведь в игру играло просто гигантское количество людей. NFS World не просто обычная игра, где все гонялись между собой. Там можно было знакомиться с разными людьми, заводить новых виртуальных друзей, поддерживать общение, делать сходки и так далее. Это целая соцплатформа, которая объединяла нас. Эх, да, было время, не то что сейчас. Но у тебя остается все тот же вопрос, как? Неужели электроники возобновили сервера? Да вроде бы нет, тишина. Никаких новостей и анонсов не было. Сейчас декабрь 2018, и множество людей еще не знают, что можно поиграть в NFS World, причем в онлайне с другими игроками. Для людей, которые вообще не знают об этой игре, рекомендую посмотреть мое прошлое видео по NFS World. С момента выхода моего первого ролика на сервере многое поменялось, естественно, в лучшую сторону, и сейчас игра актуальна как никогда. В игру играли миллионы человек, так как она была реально популярная. Для многих эта игра являлась смыслом жизни, а для некоторых вообще замена реального мира. Но, увы, официальные сервера отключили, а игру удалили из магазина. Сообщество возмутилось. Как так? Люди вложили столько доната и практически жили в игре, и щелк, все исчезло в одночасье. Издатели не очень хорошо поступили с фанатами, которые реально фанатели от игры. Шел 2017 год, рождается первый российский проект под названием Warp Evolved. Целью проекта являлось возрождение онлайн-серверов, чтобы люди снова могли играть и наслаждаться, как былые времена. Но, к сожалению, возможности онлайна были ограничены только дуэльными гонками и общением в чате. В мае того же года все поменялось. Началась кропотливая работа по возвращению возможностей, которые были доступны когда-то на официальных серверах. Но в ноябре проект пришлось закрыть и уйти на американский сервер Apex, которым владели другие люди. То есть разработчики серверов слились воедино. Достучаться до разрабов Apex, чтобы решить определенные проблемы, было непросто и приходилось ждать долгое время. Так не могло больше продолжаться, и было принято решение вернуть все обратно и сделать комфортные условия для российских игроков. В апреле этого года запустился обновленный сервер под названием World Evolved V2, который является крупнейшим российским сервером. Раньше вы тратили свои кровные, чтобы приобрести машины, которые были доступны только за спидбусты. Теперь же все покупается через внутриигровую валюту, никакого доната. Общайтесь в чате, играйте с друзьями, прокачивайте уровень, делитесь своими винилами, продавайте машины, делайте сходки, получайте награды, участвуя в различных акциях, и просто наслаждайтесь игрой. Ведь все это сделано для вас, друзья. Да-да, вот именно для тебя. Ты сейчас сидишь и смотришь это видео, я за тобой слежу. Помаши в монитор ручкой. Да давай, бро, не стесняйся. Если помахал, отпишись в комментах. Ну а теперь ты задашь мне главный вопрос: как мне поиграть в онлайн?
Я тебе немного помогу разобраться в этом. Тебе нужно сделать всего два шага. Зайти по ссылочке в описании в группу сервера, написать сообщение с текстом «Invite» и ждать ключика. А дальше скачиваем лаунчер и готово. Выбираете путь, куда будут качаться файлы с игрой. Регистрируемся, вводим email. Пароль и код, полученный от админов. Дальше наслаждаемся онлайн-гонками, ставим лайк этому ролику и подписываемся на канал. Друзья, давайте сделаем максимальный фидбэк и распространим этот ролик. Скидывайте его друзьям и делитесь в соцсетях. Пусть люди знают, что их любимая игра обрела новую жизнь. Не стесняйтесь, регистрируйтесь и проводите отличное время на дорогах в когда-то забытой, но воскрешенной NFS World. Всем удачи и хорошего настроения. Не болейте. Пока.